принципе, в Камызяке надежным человеком считается любой, кто может разменять 5000 рублей. Но самые надежные люди работают в камызякской полиции. Слушай, походу убийство. Алло, милиция. О, милиция, говорю, полиция. Все время это полиция, милиция называю. Что? Нет, не нашли мы еще вашу гитару. Ты мясо замочил? После выходных найдем, давайте. Ага. Давай, Мухамбаев, какая у нас там раскрываемость? Плохо у нас с раскрываемостью. Вон, пол кроссворда даже не разгадали. Надежный человек, 5 букв. Путин? Путин не подходит. Как Путин не подходит? Ты что говоришь? Ну это же кроссворд, он же может сюда не подходить. Ну тогда Шойгу. Вообще просто везде, Шойгу напиши, он сейчас везде подходит. Алло. Да, товарищ генерал. С раскрываемостью, ну нормально, только что Шойгу отгадали. А, вы не про кроссворд? Что? Так точно. Понял. Все, доигрались. Если мы сегодня не расследуем какое-нибудь важное преступление, нас уволят, понятно? Думай. Здравствуйте. Фу ты, блин, думал, начальник зашел. Тут, в общем, ситуация такая анекдотичная произошла. Короче, цирк уехал, я вот остался. Да выключи ты телефон! Слушай, а может быть, ты специально остался? В смысле? В прямом. Просто у нас, помнится, был похожий случай. Один в один. Однажды у нас цыганенок от табора отстал. А мы его приютили, накормили, воровать отучили. А он вырос и мэром стал. А потом выяснил, что нифига мы его не отучили. Ну и к чему вы это все? А к тому, что раскусили мы тебя. Хочешь в нашем Камызяке власть захватить, да? Это очень серьезное преступление. Мэром решил стать? Да я же клоун! Почти сходится. Абсолютно. Так что да, держи ключи и иди в тюрьму. Все. По-моему, Мухамбаев, это фигня полная. Абсолютно. Доброго дня! Фу ты, блин, думал, теща зашла. Тут ситуация, в общем, анекдотичная произошла. Подождите, анекдотичная ситуация. Вы кто такие вообще? Представьтесь. Петька Василий Иванович. Ну и что вам надо? 37 рублей. Христа ради. Все, давайте идите отсюда. Есть идея. Ну? Давайте позвоним генералу и скажем, что мы ничего не придумали. Эта идея вообще никуда не годится. Проще просто позвонить генералу и сказать, что мы ничего не придумали. Алло, товарищ генерал, можете говорить? Ну, закусите, закусите. В общем, товарищ генерал, у нас тут анекдотичная ситуация сложилась. Да. Короче, нет у нас в Камызяке никаких серьезных преступлений. Виноват. Исправлю. В общем, в понедельник будет беспредел, товарищ генерал. Обещаю. Друзья, собственно говоря, почему мы показали вот такой вот замечательный стенд? А потому что до тех пор, пока у нас клоуны будут рваться во власть, до тех пор, пока представители власти не будут помогать малоимущим слоям населения, мы будем жить в анекдотичной ситуации. Спасибо!